Добрый вечер, девочки. Я так зарядилась энергией, да, вот у себя дома. Такая прям благодать. Опять обувь на столе. Сколько раз вы мне написали, обувь на столе нельзя. Я ему столько раз это сказала, что нельзя ставить обувь на стол. Он все равно ставит. Вот уже нам, ну, скоро домой. Хочется до последнего. Представляете, до сих пор, вот сколько время сейчас, уже 8 с чем-то, да, до сих пор лестница кипяток. Вот. Что-то там мой муж в машине лазит. Что он, интересно, делает? Ковер постирали, девчата. Он такой. И уже несколько раз Томас тоже обоссал. Скотина, только одни проблемы дает. Вот тут постирала. Если он мне помог. Сейчас уже собираемся. Но через определенное время уже домой пойдем. Девчата, смотрите, у меня розочка тут вышла. Нарадоваться не могу. Хоть такая хуторская, но розочка. Смотрите, какая красивая для вас, мои дорогие. Какая прелесть. Всех загнала, павлинов выпустила. У меня частый вопрос задают насчет павлина. Где его хвост? Девочки, каждый год они выбрасывают свой хвост. Каждый год. Потом у них он обратно выходит. Но каждым разом больше и больше. Понимаете, каждым разом у них хвост сильнее и больше, и красивее, и ярче. Вы знаете, что они тоже открывают свой хвост, девочки. У меня там в одном видео есть, я показывала. У них такой период бывает. Не хочу, чтобы они домой шли. А ну давайте, чешите туда. Сейчас они пойдут все мои цветы кушать. А я этого не хочу. Не пускаю. Тут и так столько зелени есть. Обязательно надо мои цветы кушать. Смотрите, какой он страшненький. Вы говорите, почему вы его не снимаете? Ну, потому что он такой страшненький сейчас. Такой общипанный. Хотя я не знаю, девочки, даже и сейчас он не страшный, правда? Хоть без хвоста. Ну, посмотрите, какой у него яркий, красивый хвост будет потом. Хочу моим золотым воду поменять. Вчера я им наливала водички. А уже такая она страшная. Отойди, отойди. Уже противно эту воду пить. Отойди. Сейчас я тебе налью свежую. Ой. Какие же вы все-таки нечистоплотные, а? Какие же вы все-таки грязнули? Ну как так можно, а, в воде какать? Вы же там пьете. Алла. От жары так, девочки, быстро портится вода. Ну, за то, что она стоит, да, конечно. Как я за вами ухаживаю, а вы вот так себя ведете. Не подметете, ни пол не помоете, только срать и жрать. А, бестолковые какие-то вы у меня. Даже яйца носите, как попало. Ой. Ну, свои, что теперь делать? Так. Что поделаешь, девчата? Так хочется, снимай, да, чтобы такие чистенькая водичка, чтобы они так пили. Херморжовый.
Вообще без толочи. Чересчур я вас разбаловала, поэтому так себя ведете. Вот давала бы я вам нет-нет тархуна хорошего. Жарко было, да идите, пейте. Прохладная водичка. Вот здесь, чтобы выпить прохладно, да, вот они будут с земли пить, девочки. Мне вопрос задают, сколько лет моим пальмам, девочки. Вот эти, которые вот эти самые первые, высокие, вот это, наверное, лет 15, девочки. А те, которые там, наверное, лет 8, вот эти толстые, как на ананасы, наверное, лет 8 той, лет 5 другой. Вот этим не знаю, девочки, уже не помню. Понимаете, вот они же тоже такие дорогие, девочки. Ты их покупаешь не такими большими. Если бы ты их большими покупала, другое дело. А большие, знаете, как дорого? Вот покупаешь маленькие, они пока присосутся, пока уживутся, пока им они почву... Хотя они не капризны, лишь бы холодно не было. Понимаете? Вот когда холода нету сильного, да? Ну, вот как заморозки. Потому что у нас в одном году снег пошел в... Вообще, пока я здесь живу, 25 лет живу, два раза только такая погода была, что снег пошел. И в Мадриде очень много, девочки, очень много пальм испортилось. Ну, они, короче, умерли. Невозможно было восстановить их. И не подниж... и уже все. Было, короче, бесполезно, девчата. Вот. Вот этой пальмы... Ну, знаете, девчата, я столько раз их пересаживала, думала, все, короче, погибнет. Она не выживет, она не сможет. Да, и вот выжила же. Вот эту третий раз пересаживала. То в одну сторону, то в другую сторону. Я ее посадила, и мне кто-то говорил, она у тебя не приживется. Прожила, девчата. Потом она не такая уж и, знаете, капризная. Сейчас чуть-чуть вот тут полью, потому что ухожу. Завтра я, наверное, не смогу прийти. Потому что завтра у меня... Девочки, у меня постоянно... Ну, у меня дела, которые я сама себе, конечно, ставлю, девочки. Без этого не бывает, да. Я могу, если честно сказать, плюнуть на все и ничего не делать, да. Вот единственное, там, кушать, готовить, там, посуду помыть, да, и все. А так вот, например, у меня очень много... Чего она так низко? У меня очень много завтра... Так, глажка есть, стиралка есть. Мне к Адамчику надо пойти... проведать его, он не очень себя важно чувствует, он, видать, чересчур, не знаю, переболел или что, у него и настроения нет, он такой, хочу его чуть-чуть поддержать, чем могу, да, как могу, это, чтобы не чувствовал, что он один, потому что вы же понимаете, эти дни, сейчас вот 3 года, как моей сестре не стало, да, вот эти дни ему как-то вот, ну, его поддерживаю. Моя дочка еще таких вещей так, ну, скучает, конечно, я не говорю, что нет. Но имею в виду, что моя дочь еще вот свой день рождения, ну, она еще не такая. И вообще она на эту тему, не знаю, почему девочки не любят говорить, я тоже не тревожу ее. Иногда бывает так, раз так, что-то раз так у меня выйдет, смотрю, у нее лицо так испортилось, не хочу. Зачем я буду ребенка зря просто так расстраивать? И так ясно. Кому легко? Никому. А сын, он более такой, девочки, скрытный. У него характер такой. Он всегда был таким неулыбчивым, девочки. Он по себе такой сам. Понимаете? Бывают дети такие... Как у меня есть, правда, я такая... Бывают дети такие откровенные, все время общаются, разговоры, любят пообщаться.
У меня племянник никогда так и не был. Общительный он, когда он хочет. Понимаете? У него все, когда он хочет. Все по настроению нет, потому что настроение у него всегда одинаковое. Там не поймешь, когда у него хорошее, когда у него плохое. По лицу его не угадаешь, девочки. Но что он быстро отходчивый, это есть. Мне это в нем очень нравится. Очень отходчивый. Я тоже такая. Я очень быстро отходчивая. Я могу разозлиться. Ну, смотря, конечно, на что. Девочки, понимаете. Что мне делить с ними или как-то у меня такого прям нету. Чтобы я прям там, они меня так расстроили. Ну, бывает всякое, да? Когда звякнут, и это все очень неприятно. Я так близко к сердцу принимаю. Любое, я сразу обижаюсь, я как маленькая девочка. Ну, как-то вот так. Это тут у меня как мне тут хорошо, такой тенек дает. Он меня так спасал. Сам мой муж всегда жалует, смотрит, почему она пипикает, почему она нет. Нет, чтобы отнести, куда надо отнести. Он будет сам лазить, пока не скажет, не понял, не понимаю. Вот тогда уже скажет, тогда отнесу. Вот так нет, девочки. А это надо обязательно к электрику, что ли, как там. Сейчас же не такие машины уже, девчата, чтобы залезть там, самому все сделать. Нет, сейчас уже специальные компьютеры надо. Это все, это сейчас не так, как раньше. Раз залез в машину сам. Вот у нас раньше машины, хотя они более безопасные, такие, не такие безопасные, как сейчас, да, согласна. Но тогда раньше и таких аварий не было. Почему? Потому что столько и машин не было. Кто раньше себе машину мог позволить? Это даже деньги у тебя были купить, ты не мог. Там же очередь стояла. Это же вообще кошмар, правда, ребята? Вот сейчас подумаешь. Да, для Советского Союза, да, машину, заводы, я не знаю, для чего работали. План не могли, что ли, не знаю. Вот надо было очередь стоять, ужас. Раньше как залез, открыл, все понятно, все ясно. Что понимать, это если есть там мотор, там что-то крякнет. И это самое. Тогда уже надо было специалисту какому-нибудь, который понимает. А так, у нас единственное, что вулканизация бывали. Вот эти машины, которые чинят, каждый второй сам чинит свои машины. А сейчас хрен починишь. Сейчас уже все компьютер, девочки. Это все, ну как телефоны, да, девчат? Покупаешь какой бы ты там дорогой телефон не был, у него есть срок хранения. Как бы ты его там не хранила. Чего бы ты там ни делала, это все бесполезно. Вот он, я включу воду, вот этими, вот эти чуть-чуть сделаю и все. Вот до суды доходит вот это, потому что это короткое, это специальное для моих курей. Это шланг. Сейчас 8:30, девчата. Вот сейчас кайф такой. Когда тебе хочется выйти во дворе и прохладно. Ну не прохладно. Ну хоть не жара, девчата. Уже люди устали. Все мы устали уже. У кого не спроси, все одно и то же говорят. Надоела эта жара, быстрее бы ушла. Даже испанцы уже терпеть не могут, девочки. Уже и испанцы. Вот этот можно было бы обрезать, но так не хочется. У него такой вид красивый, мне кажется. Как елочка. Ну так, девчата. Такое спокойствие тут, вот никаких проблем, да, вот в голову не лезут, да. А когда есть проблемы, их и, конечно, вы сами понимаете, да, глупо, да, сказать. С головы не уходит эта проблема, не то, что там не лезет. Ну, а когда у тебя все нормально, отношения нормальные, в доме все нормально, вот кайф есть, девчат. Я сейчас сидела там, а это он, видать, поливал, да, это все влажное. Сидела там, чай пила, девчата, такой кайф. Какой-то там сериал я смотрела. Сегодня мне такую информацию мне послали, что в декабре, короче, у всех россиян WhatsApp не будет, уберут, короче. Не знаю, что-то мне кажется чушь собачья, потому что говорили тоже,
YouTube уберут туда-сюда, так и YouTube у всех есть, все равно найдется. Как его там подключить, как там сделать там, вот VPN, MPN. Вот у кого Instagram, этот, у всех Instagram работает, кто хочет. Плохо, хорошо, но есть доступность. Так что не верю я, девочки. Понимаете, это вот есть люди, которые просто так ложную информацию дают, как будто им это нравится, не знаю. О, это моль. Нет, это комарик. Здесь так мало комаров. Он комарик сел. Редкий случай. Не то, что в Казахстане, девочки. В Казахстане моя тетя жила, город Шевченко назывался. Потом он стал называться Актау. Сейчас, не знаю, мне кажется, тоже переименовали. Вот, это капитал, да, этот, столица Казахстана. Вот, там от столицы Казахстана, вот чуть-чуть проехать, там Умирзак назывался, поселок такой есть. И вон там моя тетя в вагончике жила много лет, пока ей квартиру, и то с работы не дали. Она там на фабрике какой-то работает. И ей квартиру, сейчас она уже, конечно, не работает, уже на пенсии. И ей дали квартиру, все хорошую, четырехкомнатную, хорошую, на четвертом этаже, пятиэтажки. Хотя без лифта ничего, но комнаты все шикарные, все. И они жили в Умирзак, назывался, девочки. Такой поселок. О, девчонки, шикарные. Знаете, там все вот приезжие, все, кто на заработки приезжал. Так, куда мне поставить это сюда? Мы там же, там находились они все. Там все приезжие были. Там, то из Тюмени, то кто откуда, да? Совсем другой вид, правда? Воду поменять. Вроде ничего такого, да? Сделать, вот никак времени не было. Сегодня целый день хотела это сделать. И вот мы туда приезжали, девочки. Я несколько раз была там. Они все в вагончиках жили, все. У всех дворики такие были симпатичные. У моей тети даже огородик там был. У меня тетя очень чистоплотная. А что есть, то есть. Девочки, там такие были комары. Вот понимаете, я никогда нигде не видела подобное что-то. Так эти комары, девчата, вот у нас есть комары, да, вот так делаешь ногой, да, она как-то раз, а тебе хоть ногой делай, да ты хоть ходи, она как цепится, как укусит, вот там будет она тебе хорошо кровь сосать. Пока ты рукой ее не убьешь, так они были здоровенные, девчата, здоровенные, как лошади, вот как большие мухи, только они худые, ну вы же сами знаете, комар, да, какой. Девчата, какие белые розочки красивые открылись. Вот хоть они квартиру получили, да? Мы все говорили, ой, в Умирзаке было лучше. У них был вагончик, девочки. А вот если бы ее муж вот не пил бы, он просто вот пил, да, очень. Но он был очень хороший мужчина. А почему? Ну, не знаю, девочки, почему они начинают пить. Вот знаете, у него столько братьев, вот и не один... Ни один брат вот этим не болел выпивкой, да? А он прям вот пил-пил, девочки. Ну, не вот так, как любитель, да? А как уже профессионально, понимаете? А моя тетка все равно не может доделать. А моя тетка его очень любила. Да и он ее любил. Ну, знаете, девочки, это так... Это так... Он такой интересный был, он такой смешной был, когда был выпивший. Он такие шутки тебе говорил, прибаутки там, ха-ха-хи-хи, да, девочки, для нас. А для нее-то это горе большое. Понимаете, твой муж постоянно пьяный. Он такие деньги зарабатывал, но все пропивал. Толк какой был, что он зарабатывает, девочки. Вот она семью свою тянула своими средствами, понимаете. Так у него руки были золотые. Он любую вещь мог сделать, девочки. Он так рано тоже умер. Но он пил, девочки, вот этот как портвейн, да, 33-й, да, вот этот. Я помню, у него бутылки все время были. Ну, понимаете, вот иногда бывало, что моя тетя говорила, убери это. Там, да, а вот иногда молчала, конечно. Но они друг друга любили, но вот эта выпивка не оставляет. Не оставляла, они все время ругались, дрались, все время. Но моя тетя сзади не оставалась. Она ему тренды тоже вписывала. И дети все время плакали. Они все время так расстраивались, девочки. Ну, это же кому приятно?
Они все время плакали, дети. И вот, а моя верная сестра до сих пор об этом не забывает. Но он детей не обижал. Я ни разу не видела девочки, чтобы он там крикнул на ребенка, или там унизил ребенка, или там... Вот этого я не видела. Никогда. Но он к старшей дочке не очень хорошо относился. Постоянно говорил: ты не моя дочь, отойди, потому что она всегда за маму заступалась. Она всегда говорила, хотя, девочки, она копия. Он говорил: ты не моя дочь, ты не от меня родилась. Вот такие вещи говорил. Конечно, было неприятно девочке, да? Вот раз он вот так сомнений сидит, делай ДНК, и все, да? Девочки, ну так она была, так она сильно похожа на его сторону, понимаете? Вот такие отцы-дебилы, да, вот когда вот так ребенку какой-то, ребенок тут при чем? Даже если это уже не то ребенок. Так с жены спрашиваю, не с ребенка. Как-то она вообще, моя тетя очень много выдержала, конечно, потом он заболел и умер. Молодой тоже умер. Как-то вот так, девчата, так мне хочется уходить. А мне еще форму надо погладить. А, завтра у них физкультура. Как хорошо, завтра физкультура. А, да-да-да, у меня забывается. Завтра физкультура, она может физкультурную форму. У нее готовая она. У нее две футболки. Я две футболки купила. Девчонки, пока хватает, стираю. Как придет, стираю. Она сразу сушится, никаких проблем нету. Выходишь? Нет? Выходи чуть-чуть. Девочки, этот ребенок целых два дня не вышел на улицу. Вот не поигрался абсолютно на улице. Вообще не выходит из дома, девчата. Ей неинтересно, представляете, да? Вот такой, или чем сидеть, да? Ну, посмотрите, да, как тут хорошо. Томасик, иди поиграйся с ним. Нет, девочки. Даже когда Мирею приводила тоже, они вдвоем сидели в доме. Ну, посмотрите, какая прелесть. Вот что дома сидеть, а? Вот что там сидеть? Поставить кондиционер или вентилятор, или что угодно, но лишь бы не выйти, девчата. Посмотрите, как тут хорошо. О, я же говорю... Правильно говорят, у кого нет, Бог дает салфеточку. А у кого есть сопли, все время вот так вытирают. Вот так, девчата. Ладно, на пока оставлю вас. Вот такой у нас сегодня день. Грустные девочки. Уезжаю. Как будто, знаете, девчонки, 30 километров. Какой 30? Вот так я и жила тогда в Аль-Каудете. У меня там такой хороший дом был в Аль-Каудете. Но 33 километра до города, а потом от города до суды еще километров 15. Так мы 50 километров, мне кажется, делали до моей работы. Я же тут работала. До моей работы туда и обратно. Представляете, девчата? Каждый день тут, это же спуститься, а потом обратно подняться туда наверх, да? Так это, девчата, я вообще... Так еще я столько часов работала. Я вообще дом не видела, девчат, вообще. Я вот говорила, такой красивый дом, да? И ничего... Вот еще ничего, говорит, вот этот чихает. И я субботу тоже работала, одно воскресенье чуть-чуть пораньше вставала. Я же это воскресенье выспаться не хотела. Почему? Потому что хотела насладиться домом, девчата. Такой у меня был красивый дом. Маленький, правда, был? Ну, там три этажа было по 60 метров квадратных. Этот самый внизу, он был вообще без ничего, такой плоский, да, там у меня зал был, там чего там только не было, короче. Наверху у меня был зал, кухня, коридор и лестницы, и туалет. Лестница наверх. И наверху три спальни и туалет, баня. А внизу только туалет. И рукомойка, да, бани не было. Вот сейчас иду к своим подругам, да, вот у нее тоже вот такой дом наподобие, да. Нет, не мое это. Вот сегодня тоже с ней разговаривала, она говорит: ой, эти лестницы как мне надоели. Наверх поднимайся вниз. Они, у них гараж есть свой, да? Они этот гараж сделали как жилой, да, комнату, да? Но это гараж, девчата. У него вообще нет, это там такая жарища летом стоит. Так они еще экономят, этот кондиционер не включают. А если включат, это вообще когда включат, там такая жара, это пипец, девчата. Вот они целый день... Нет, 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 это не мое. Мне дом... Вот должен быть дом из кирпичей, потому что... Понимаете, там крыша и железная, вот как тут, девчата, вот как мы только это не делали, что мы тут только нет, и пену эту запустили, и потом эту, эти купили специальные, чтобы жару... Бесполезно, девочки, бесполезно. Это надо делать специальные, чтобы этот был, как у меня в доме. Почему у меня в доме
Вот на кухне, вот представляете, девочки, да, кухни, потому что ниже потолок тоже хорошо сделан, ну, вот эта кухня, но ниже потолок. У меня на, тут, я вам приблизительно говорю, 45 градусов. На кухне у меня 37 градусов, в доме у меня 32 градуса, 30 градусов летом, без ничего, не включенное ничего. А на улице, девочки, все 47. Вы представляете, 47 градусов. А ощущение-то совсем другое. Ощущение, что у тебя, понимаете, дышать нечем. Ну, честное слово, такое ощущение. Как-то так дышать. Мне только бы позвездеть, да? Люблю вас, девочки. Целую вас, девчонки. Обнимаю вас крепко. Вы у меня молодцы. Девчата, хорошая быстро закончилась. Еще раз лестницу помыла. Да это бесполезно, девчата. Их надо вот что-то с ними сделать. Вот только я их помыла. Короче, не знаю, девочки, что я буду с ними делать. Может быть, но не знаю, короче, вот так пускай будет, да, пока. Надо было мне вот таким кафелем. Но вот этот кафель тоже воду... Короче, ладно. Хер с ним. Томасик туда-сюда довольный ходит. Так, Истону сказала, Павлина загнал. Посмотрим, сейчас загнал, не загнал. У нас уже достаточно поздно, уже 10 час. Вот до последнего все соки выжимаем, девочки. Я ламетисты, но для паус. Для паус ламетисты. И там паус порай. А вермира версит там дентро. Блять, они теперь на крыше. Донде та на рыба? А, бамус Амира, может быть, этот наверху, блин. Спускайся, золотой. Спускайся. Ла чика это и дентро. Туда не иди, да. Ай, тварь. А ну, девочка тут. Одна тут. А вторая где? А вторая где? А у нас соло это. Ла отра донде та? Ой, девчонки, вот такие проблемы он мне дает. Опять начал наверх. Надо им крылья обратно обрезать. Это что ж такой стресс они получают, когда я им крылья режу, девчат. А? Вот, обратно. Тира альго, она махрусаба. Нет, говорит, не буду ничего. Я говорю, кинь на него что-то. Может быть, говорю, он спрыгнет, говорю. Нет, говорит, он сейчас взлетит, говорит. Си. Он сейчас, говорит, взлетит, говорит, к черту, говорит, и улетит. Вот так же у нас другая улетела, девочки. Вот так он сидит. Вот уже он не видит, он уже слепой. Он уже сейчас не видит. Спускайся! Спускайся! Не надо туда, не иди туда! Сейчас, если вдруг он взлетит, блин, у меня муж будет ругать. А та вон, смотрите, девчата, где-то. Вот видите, да? Вон там на кончике, видите? Вот дура головой шевелит. Смотрите, их вообще не видно. Они так маскируются хорошо. Вон она. Видно, да, ее? Вон, вон. А этот дурак, если туда ты прыгнешь, так тебя этот... Ух, скотина, нервы не делаешь. Ладно, ставлю. Не буду я мешать. Зато девочка села спокойно. Там. Девчонка спокойно внутри. Дочка, или жена. Какого хера ты туда попёрся? Теперь я буду нервничать, девочки. Вот все мне нервы делают. Все они мне делают нервы. Вот какого хера? Я думала, мой муж загнал их уже. Я же говорю, на них надеяться вообще нельзя. Ни на кого. Вот семейка, блин. Так, это закрыто. Да, подключ, закрыто, все закрыто. Собираюсь, девочки, домой. Боюсь, что он туда, где павлины, это туда, если они прыгнут, да, вовнутрь, где у мои гуси, индюки, так они будут драться, девчата. Нет, они друг к другу идут, видите, да? Но не видно отсюда. Я там темно хоть, но я вижу. Они без друг друга не могут.
они друг к другу идут. Вон он, зараза. Прямо на кончике. Почему-то мне кажется, что он к ней хочет пойти. И не знает, он не видит. Он хочет к ней, видите, идет по этой железке. Пошел, пошел. Но он целый день, мой муж, с этой машиной. Я ему говорю, а отнеси. Вот он сел на эту железку. Блин, так темно, ничего не видно. Вам не видно? Мне видно. Бесполезно. Подходила, смотрела. Сидит на этой железке и все. Ну ладно, девочки, оставлю, что делать. Больше выхода нету. Так летом я их оставляла, девчата. Что-то мутно, нет? Я их летом оставляла. Не знаю, почему так. Кого-то мутно. И этот. И ничего. Так, мне надо сейчас продукты все собрать. Одежду взять. Наверное, это платье я с собой заберу. Чтобы завтра, когда на чеку пошла, спокойно. Короче, вот так, девчата. Ухожу с этого райского места. Иду, как говорится, в тюрьму, девчат. Учесть. А, я думала, что так плохо, потому что далеко. Если мутно, то я извиняюсь. Ой, цветочки уже тут тоже открылись. Ночью открываются. Видите, тут тоже открылись. Красивые, правда? И мои розочки. Я их почистила сегодня. Все. Но я пока не обрезаю ничего, потому что я же сказала, мне сказал этот мужчина, что он все сделает. Вот так, оставляю вот это все. Вот это там стоит, знаете, для чего она стоит? Что вот эти камни все собрать. Вот никак не соберу, девчат. То одну вещь, то другую вещь. Вот так, короче, каждый день вот так. Ладно, мои золотые, оставляю вас пока.